Здравствуйте. Поздравляю вас с чудесным, с таким открытием чудесного салона. Все такое белое, чистое, красивое. Вот такое вот. Вы в самом начале пути. Рассказывайте, как это было? Я вот как раз вдохновилась, да, вот этим белоснежным цветом, цветом счастья, цветом светлоты, да, я хочу поделиться этим ощущением с другими людьми, чтобы все было такое, как сказать, там, в доброте, в светлоте. Ну, правильно говорят, да, что наш дизайнер всегда делал именно этот акцент, что белый цвет — это цвет. Признак доверия. Да, признак доверия, поэтому я желаю вам самых честных, самых преданных гостей, да, пусть ваш бизнес процветает. Наташа, вот... Да, с вашей помощью он как раз процветает, да? Да, мы сейчас к этому обязательно вернемся. Почему именно индустрия красоты? Почему именно салон красоты? Что это? С детства любили куклы на прическе делать? Да, это тоже, кстати. Но вообще, наверное, вдохновилась, что я всегда сама была, хотела хорошо выглядеть, да, и это так прикольно, наверное, получается, вот эти ощущения других людей, да, от моих гостей, когда они уходят счастливые, довольные, ты этим вдохновляешься, и это, наверное, самое классное. Страшно было? Нет, решили. Не страшно. А в процессе? В процессе тоже не страшно, потому что со мной работает команда профессионалов, да, я специально набирала людей, которые в этом знают толк, да, в этом обучены, и поэтому мне не страшно, они что-то мне подсказывают, да, где-то, где, возможно, есть пробел. Family Group, кто они для вас? Это семья моя. В этой цепочке. Это моя семья, моя поддержка, моя опора, да. Они всегда на связи, они всегда помогают, и я действительно рада, что я вас встретила. А мы тоже очень рады. И очень рада, что являемся вашими проводниками в этот прекрасный бизнес, и всегда говорим с самого начала, да, всем своим партнерам: ничего, не бойтесь, мы всегда поможем. Я думаю, с основной миссией мы справились, Наташа. С основной, и не только с основной. Потому что я знаю, насколько важна команда, да, то есть открыть салон красоты — это, наверное, не так сложно, да, самое сложное начинается потом, но при этом самое сложное и самое интересное. Ну, насколько я знаю, команда подобрана, да, подобрана с вашими пожеланиями, все учтено нами. Да. Наталья, ну, со своей стороны могу пожелать, пусть у вас будет самая классная команда, самые классные гости, да, пусть ваша команда, ваш салон растет, набирает обороты, становится все лучше и лучше. И, как всегда, произнесу нашу фразу: мы всегда рядом, мы всегда поможем, мы всегда на связи. Приду. Да. Если меня когда-нибудь вызовут на красную ковровую дорожку и спросят, как вы достигли этого успеха, и я скажу, что команда Family Group была рядом, она у нас тоже. Freedom Guide, your Family Group.